Карагандинской области выбрали учителя года. В новом дворце школьников на Юго-Востоке прошел заключительный этап ежегодного областного конкурса. Подробности в сюжете. Повысить статус педагогов, показать их творческие способности, а также выявить таланты. Конкурс «Лучший учитель года» в Карагандинской области стал уже традиционным. В новом дворце школьников прошел финальный тур областного конкурса. Он проводится ежегодно управлением образования Карагандинской области при активном участии педагогической общественности, профсоюзов работников образования и других организаций. Цель конкурса – повышение статуса педагогической профессии, демонстрация педагогического кредо и личностного потенциала участника конкурса и стимулирование профессионального мастерства учителей. В областном конкурсе приняли участие победители отборочного этапа среди специальных, специализированных школ-интернатов, районных и городских этапов конкурса. Конкурс «Учитель года» состоит из двух этапов. На первом педагоги показали свое мастерство на уровне районов и городов. Следующей ступенью было задание провести уроки и внеклассные мероприятия. Заключительный этап проводился в форме публичного выступления и состоял из нескольких туров. Сначала участники представили себя, затем рассуждали на предложенные темы в туре «Открытый микрофон», потом разбирали педагогическую ситуацию. По итогам конкурса «Учитель года» высшая награда гран-при досталась Динаре Капаровой из СШИ «Оркен». Первое место присудили Айнур Сарсеновой из школы номер 4 имени Абая города Сатпаев. Серебро ушло Серикболу Тажибекову, учителю Ишетского района. Третье место получила педагог Женерке Шакманова из специализированной школы-интерната номер 6. Также членами жюри определились победители в четырех номинациях – за лучший урок, лучшее внеклассное мероприятие, лучшее домашнее задание и приз зрительских симпатий. Кроме того, в этом году была внедрена специальная награда – грант имени Рамазана Турибекова, которую вручили Саяту Шакееву, учителю школы номер 16 города Балхаш. Светлана Фарина, Серик Тагаев, Николай Шевелев, Пятый канал.